Всем привет! Ну вот, долгожданный момент, прокачка масла. 229-й ТЭП. Что-то забулькало. Посмотрим на давление. А, пошло. Пошло. Но тонкое пошло, а грубое что-то на месте стоят. Я не понял, в чем дело. Начинает только. О, пошло масло у нас. Шатунных пошло, с коренных пошло, с головных пошло. Хорошо идет. Масло чистое. Главное, что везде, где положено. Так, пойдем на ту сторону. Thank you.
все прекрасно. Как всегда, темновато, но... Самое основное, что нужно, видно. Смазка идет. Идет хорошо. Выключай, Коля! О, бурлит. Ну вот. Теперь можно и лючки закрывать. Но перед тем, как закрывать, надо почистить посадочные места. Кое-где ржавчинка есть. И готовимся к запуску. Ну ладно, на этом буду заканчивать. До запуска.